Глава Карачаева Черкесии Рашид Тимрезов провел рабочую встречу с первым заместителем председателя ЦК КПРФ, первым заместителем председателя Комитета Государственной Думы по безопасности и противодействию коррупции Юрием Афониным. В ходе его поездки в Карачаево-Черкесию рабочие встречи с однопартийцами, знакомство с военно-историческим наследием региона и участие в мероприятиях в рамках проекта КПРФ «Пушкинские дни на Северном Кавказе». Во время встречи Юрия Афонина с Рашидом Тимрезовым обсудили взаимодействие органов госвласти Карачаева-Черкесии с членами КПРФ, в том числе в рамках деятельности фракции партии в республиканском парламенте. Было отмечено, что члены регионального отделения КПРФ всегда занимают активную созидательную позицию в вопросах развития региона, поддержки граждан и решении проблемных вопросов. Сегодня перед нами стоят общие национальные цели, поставленные президентом России Владимиром Путиным по укреплению государственности и безопасности страны, социально-экономическому развитию, поддержке участников СВО и патриотической работе с молодежью. Все они находят отражение в программах всех политических партий страны, в том числе КПРФ. И наше дальнейшее взаимодействие по этим ключевым вопросам – одно из условий успешного развития республики и обеспечения устойчивости нашего государства, отметил Рашид Тимрезов.